Виктория Козырева, спортсменка Московского училища Олимпийского резерва номер один Москомспорта, стартует на чемпионате мира по бадминтону в Испании в парном разряде. Первый матч 13 декабря. Тренер Козыревой в училище, заслуженный тренер России Алексей Ивашин, прокомментировал перспективы своей воспитанницы. В общем, готова, но для нее и ее партнера Маша Сухова, а Маша выпускница нашего училища прошлого года, с ней играет в паре. Это первый раз попадание на чемпионат мира, это большой опыт, большое как бы испытание, это интерес. И я, в принципе, говорю, давайте осмотритесь. Это не первый раз, это вернее первый раз, но не последний, и вы будете еще много раз играть. Нужно понять атмосферу, увидеть лучших игроков мира, влезть в эту атмосферу. В этом году они впервые играли чемпионат Европы. В общем-то, и первую игру выиграли у довольно сильных спортсменов. Здесь они по рейтингу и по жеребьевке в первом туре играют с очень сильной парой японской. Ну, объективно говоря, шансов немного, но надо это понять, уровень чемпионата мира, понять себе, понять, что надо дальше делать, и вот это то, ради чего они едут, с тем, чтобы понять дальнейшие пути своего развития как пары. Все сильнейшие, кроме, вот как сегодня пришла информация, одна из довольно сильных сборных Индонезии снялась. Они полностью снялись по ковидным причинам и не приедут. А так, в остальном, все сильнейшие там на месте. И сильная и слабая сторона, она... Когда справляется со своими эмоциями, за счет эмоций она может ускорять игру, играть очень активно в передней зоне. Это... И из-за этого пара получается довольно мобильной, подвижной. Но рискуя, играя в передней зоне, возникают и тоже ошибки. Так что тут опыт приобретения и вот эта от игры. Сильная сторона ее. Ну, дальше сильная сторона – это ее трудолюбие и желание совершенствоваться и дальше расти как спортсмен, как человек. Довольно большой путь сделала. Она сама спортсменка из Одинцова, Московской области. Значит, помогал им работать в Одинцово. Мой друг Николай Зуев, он работает вместе со мной в Центре олимпийской подготовки в Москве. И он говорит, есть девочка неплохая, попробуй, посмотри ее. Это было, наверное, лет 7 назад. Тогда она была, в общем-то, по своему году рождения, наверное, 40-я, 50-я в России, по своему году рождения, не просто даже. И вот она потихоньку сделала большую работу. Она стала и выиграла юношеское первенство России, была бронзовый призер первенства Европы в составе сборной России. Вот сейчас играла на чемпионате Европы, уже член сборной команды России. И в мире они сейчас вместе с Машей 88-е. Ну, неплохо для своего возраста. Пока неплохо. То есть все время двигаются. Вопрос, пока двигаются, значит, все нормально, будем дальше двигаться.